Латвия и Литва обеспокоены смягчением Венгрии правил въезда для граждан России и Беларуси. Об этом заявили в понедельник министры иностранных дел двух стран, посещая Адутишкис, деревню на границе с Республикой Беларусь. Ранее страны Северной Европы выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами для безопасности всего Евросоюза, который Будапешт может создать, упростив правила въезда. Об этом говорилось в письме еврокомиссару по внутренним делам Ильве Йоханссон. В конце июля стало известно о решении венгерских властей добавить граждан РФ и Беларуси в программу национальной карты, один из типов вида на жительство в стране, позволяющий устроиться на работу и привести семью. There was never Schengen free for Russian diplomats with hostile intention, and there was never Schengen free for possible security breaches by certain countries. Венгрия пропустила крайний срок, истекавший 19 августа, для ответа Еврокомиссии. Поэтому вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел, запланированной на среду.